Приветствую всех. У нас небольшой обзор по усилителям. Сегодня пришли еще пару штучек. Ребят, сегодня у нас на обзоре будет усилитель полный трио К7100D и Sansui AU-D607 без букв. Оба, ребят, двойное моно. Sansui у нас идет отдельных два трансформатора. В трио 7100D у нас идет один трансформатор с двумя обмотками. Вот. Сейчас я вам включу сначала трио, попереключаю, что все работает, ничего не шуршит, не хрипит. Потом также сделаю с сансуйкой. Ну и коротенько, ребят, вот это у нас Пионер SA8800 и Mark II. Вот это у нас трио К7300, это у нас трио К7300 с буквой D, это у нас К7100D, который мы будем слушать, и Sansui AU-D607. Давайте включу и вы послушайте. Yeah!
Peter Strom entered us. The sun's shining bright into the big room. Ребят, у нас трио К-71-00. Это 77-00 с буквой D. Это у нас 77-й год. Номинальная мощность у него 60 Вт на 8 Ом. Частотная характеристика от 10 до 100 кГц выдает. Сопротивление на акустическую систему от 4 до 16 Ом. Это у нас вот он. 71-00. Я поближе вам его покажу. Так же, как и сансуйку. Весом он у нас 11,5 килограммов. Размер идет стандартный. То есть, любой CD, винил, либо кассетную деку, то есть, размер стандарт идет. Он подойдет и впишется. Кто собирает себе стоечку или еще что-то. Мощность у него потребляемая, ребят, они у нас все 100 вольтовые. К ним нужно понижающий трансформатор. У него потребление 150 Вт. Поэтому рекомендую не меньше 500 ваттный понижающий трансформатор. У меня есть в наличии, если кому интересно, можете тоже обратиться. Имеется тон-компенсация, регулировки высоких-низких. Но это я сейчас чуть поближе, я вам все покажу. Дальше у нас сансуи. Это в черном цвете, в самом верху стоит. Он у нас сансуи АУ-Д607. Ребята, двойное моно, два трансформатора, четыре конденсатора. 79-й год выпуска. Это то же самое, как есть 76-го года выпуска АУ-Просто-607. Это почти идентичная модель, совершенно она ничем не отличается, просто добавили букву D и начали выпускать, потому что она проявила и показала себя по звуку очень отлично. То есть звук был просто великолепный, поэтому они выпустили эту же модель только под буквой D. Потому что звук у нее очень сочный, низы очень такие бархатистые, добрые, душевные, ребят, просто душевно он звучит. Вот, у него идет номинальная 65 Вт. По частотной характеристике от 5 до 50 кГц, но мне, на мой слух, кажется, что там чуть-чуть все это побольше. Ну, это чисто на мой слух. Весом он, ребят, он побольше. Он 15,3 килограмма. Стандарт у него тоже, размер, я имею в виду, у него стандартный по ширине. То есть, в стойку он тоже впишется. Сопротивлением акустическая система подключается тоже от 4 до 16 Ом. Можно подключать любую. На обоих усилителях можно подключить две пары акустической систем, что на трио, что на сансуи, от 8 до 16 Ом, две пары.
Это кого интересует, ну вот такой нюанс. На этих именно усилителях такое есть. В принципе, что еще основное? Давайте я вам покажу сейчас внешний вид. Внешний вид. Это у нас Сансуйка АУ D607. 79-й год выпуска. Вот это у нас, ребят, трио К71-00D. Ну, пройдемся. Как бы А акустическая система, Б А плюс Б. Низкие частоты, высокие частоты, баланс. Это, ну, как хотел быстро сказать и вылетело из головы. Это у нас тембра-блок отключения. Ну, то есть высокие, низкие можно отключить. Но они сейчас у меня и так все на нулях стоит. Дальше фильтра идут у нас, ну это ближе к этому, к винилу, кто слушает. Аттенюатор при занижении на минус 20 дБ звука, баланс, я говорил, громкость, тон компенсация, два положения. Это у нас по входам, ребят, ну и это по входам. Ну то есть здесь и запись на кассетную и все остальное. Здесь аукс, тюнер, фона, ну винил. Моно, стерео, реверс. Ну и в принципе все. Что у нас теперь по сансуйке? Сансуй то же самое. А плюс А, либо Б, либо А плюс Б. Две можно подключать то же самое от 8 до 16. Высокие, низкие. Ну, это я даже не буду пока. Так. Это у нас идет тембра-блок, то же самое отключение. Высоких, низких частот выключить. Ну, оно и так на нулях. Это также у нас фильтр идет для винила в основном. Это у нас тон компенсация. Баланс, громкость. Это селектор входов. Ну, и это уже у нас тоже по входам идет. По входам. Вот, что по внутренностям сансуйку. Ну, сансуйку я вам покажу, ребят. Вот у нас два трансформатора, 4 стоят конденсатора, ничек иконы по 12 тысяч каждый, не знаю, видно, не видно, ну вот даже здесь вот, они все ничек иконы, все по 12 тысяч. Идет НЭКовские транзисторы, ребят, вот он синий, вон там черный, и с этой стороны то же самое, синий, черный. Вот, в таком состоянии. Ну, трио я, ну, может, следующее видео покажу. Сейчас я просто, мне это не очень удобно будет делать. Вот. Крышка есть, крышка есть, крышка вот, ребят. Ну, давайте я вам сейчас все усилители покажу, какие есть. Какие есть. Еще, кстати, ребят, подошел Аурекс или Ташиба. Ошиба усилитель. Но я его еще пока не распаковывал. Топовый. Он тоже идет в алюминии СБ B730, если я не ошибаюсь, моделька. Вот. Но это будет, может, через пару дней, может, чуть позже. Сейчас пока времени нету. Вот такое видео, оно уже затянулось, ребят. Кому интересно, обращайтесь, спрашивайте. Все в рабочем состоянии. До свидания. Подписывайтесь, ставим лайки, ставим дизлайки. Всем удачи. До новых встреч.